Привет всем! Сегодня встреча Driver 2, это автомобильное сообщество. Каждое воскресенье встречается на парковке в планете на 9 мая 77. Так что сейчас пойдем со всеми поздороваемся, узнаем, что они тут делают. Ну, пойдем. Чё? Чё там, Андрюха, рассказывай. Что там такое? Вот такие диски хочу. Ты что, опять порнуху начал снимать? Да. Извращение. Ну а что делать? Кому легко? Андрюха, что ты давно тут? Трёшься? Второй день. Второй день? Да. Не вылазит из парковки. Да? Да. Чё, как машина? Огонь. Больше тебе работает. Да? Какой? Недоверчивый. Петрович, с камерой вот этот недоверчивый. Да, сразу потерялся человек. Не дыми. Ну а тут ребята чинят машину. Ну чё, братан, рассказывай, что случилось, что сломалось тут? А? Камеру убери, камеру убери. А чё такое? Ну, в комментарии. Чё делают? Лампочку меняют. Лампочку? Удивительно, как повезло, никто не убьёт. Да вообще не говори, блин. Это пока. Да? Да, мы знали, что мы с камерой приедешь. Зачем тебе ключи от тачки? Я поеду покатаюсь. Нет. Ну-ка, Андрюха, вот расскажи, ты давно в этом клубе? Да. Сколько лет? Не наступай на мои камушки. Ну, года 3. Больше. Громче говори. Я года 3. А ты сам звук наложишь? Нет. Ну, 3 года? Ну, 3-3 с половиной. Больше, ну, больше. 4. Ну-ка, подойди. Что тебе это дало? Вот мне просто интересно. Общение, знакомство. Кто тебе в этом дал? Новые связи. Да? А тех, кто не давал тут? Денег взаймы. Ну я тебе просто так, там диски новые покупал кто-нибудь? Нет. К сожалению, нет. Это прискорбно. Слушай, а вот последняя тема тут пошла, что в Drive 2 там начали выкладывать основном телок, машины. Там, как я новую рамку купил, новую поставил. Нет, я ничего по этому поводу сказать не могу. Я на встречу крайне редко приезжаю. Когда меня последний раз здесь видел? Не знаю, он как бог является. Я приезжаю, все кланяются. Да? Ты же мент, что-то тебе не покланяться-то, конечно. Ну-ка, давай-ка ты расскажи что-нибудь нам. Ты тоже так же 3 года? Нет, я меньше. Меньше? Я года с 12-го. А что, телочек тут все видит? Если ты выложишь видео это со мной, я тебя кастрирую. У него женщина бывшая с драйва была. Да, только официальная, только официальная. Тебе не жарко? Нет. А что у тебя фара такая стрёмная, запотевшая? Ну, блин, Япония. Я обоссал её, походу. Ничего, что Япония, ну что, не фары, что ли? Ну я откуда знаю, я её разобрал, мне её склеили, и всё, вот так и получилось. Тёма, а тебе что, петля нужна? У меня в машине болгарка есть и удлинитель. Да хорен, ну что ты делаешь-то, а? Блять, розетка, вон надо перекатить её туда. Ёба, на стойке-то стучат! Так, так это зимний вариант, да ты чё? Да ладно тебе, ну! Это зимний вариант. Отмазался здесь. Не-не-не, серьёзно. Серьёзно? Ну давай ты хоть что-нибудь поговори. А после этого говорим, у меня машина в огонь, я... блядь. Чё? Брыкается такая сразу. Зря ты сейчас с камерой приехал. Нормально, нормально. Главное не материться. Да, я потом замучаюсь запикивать, я так учусь. Слушай, а где эта секта? Привет, здоров. Сюхи нет. Ехать. О, нифига себе. Буратино, Буратино. Капот тросиком дёрган, ну ёп. Да. А ты знаешь почему? А ты посмотри и пойми, почему. Да ёпона мать, что ты там все смотришь? Что-то зазвенело, набежали. Но! Это гибрид, там электромотор. Ну, видимо, упрелся, у них такая же хрень, вот рядом с мотором стоит. А это силовая проводка, видимо, нет. Да, это вот силовые провода, короче. Подожди, стой. Вы смотрите, смотрите. Так, спрячу. Не прячь в лейке. А это ему какую-то бабушка связала что-то, да? Это варежки, посмотрите, какие варежки. Это носок. Как варежки используют. Не, на самом деле, это вещь очень полезная. Да. Да. Тормозуху греет, но
Ой, подожди. По мазуту? Не, ну на мотоцикле еще воды закулешены. Здесь или зачем? Зачем такая хуйня? Ну активно как зачем? А что вдруг тормозу? От кого-то вообще не понял. А смысл на зиму мыть-то его? Как это смысл? Ну сейчас будет перебираться мотор, новый ставится туда. А смысл жопу вытирать, все равно срать не. Вот тоже верно. Дай руку. Да, красавчик. Я тебе не дам. Ему же руки не можешь. Такой жизненной позиции. У меня, знаешь, один человек говорит, вообще, говорит, мыться нельзя, говорит. Это через, не низкий человек. Это через месяц, говорит, понял, грязь почему? Сама отпадет. А теперь я понял, почему стойка стоит, потому что опора разорвана. Вот это вот нормально, сразу видно, а та разорвана. Не разорвана она. Да как так? А что стучит? Я тебе говорю, это зимние стойки, садя пофиг. Да, мазался. Но... Да я не мажусь, чё? Пахнет, чё, да? Еще какие варианты? У меня барсаташ, что ли, оливковая? Пентосин, во, масло, одинол, говно. Сука. Сколько сейчас одинол стоит? А потом после него меняют. Что такое? Сейчас я скажу. Это, ладно, вопрос другой. Чё у тебя Блэйд сидит там? Чё у тебя Блэйд там делает? Вампиров истребляет? Каких? Ты вампир? Нет. Нет. Ну вон Блэйд сидит. Вон Блэйд. Сидит Блэйд. Даже не чё Блэйд. А, не, это мне надо его просто это отдать. Вот, кстати, нет, вот этот человек, кстати, мне пообещал съездить куда-то там сиденье. Да? Короче, слушай, я видел, ты тут менял, что там, рамку, да? Какую рамку? Что, ну, номерную. Номерную. Подожди, ты будешь в блоге об этом писать на Драйве 2? Как ты поменял рамку? Ну почему? Сейчас же моды так делают. Да, да ё-моё, я откуда знаю? Ну это как у девушек, месячные, только тут у пары, она да. Плачет, потому что она у метро печатает, и пять машину другому человеку. Да, подожди. Почему у нас автосалоны подъедут? А чё у тебя такой чистый? Нет, ты об этом будешь в блог писать, что ты как фильтр Петрович, чистый? Петрович, я тебя сейчас заставлю его съесть, нахуй. За чего? Ну? Там наменял, кстати. Как? Вот, о, НЗ, один НЗ. Нет, понимаешь, смотри, чистенько, да ты, приятно да посмотреть. Ты скажи, у тебя такой же мотор стоит. Не, он не такой. Провод аукс, ВК. Ну, а чтобы отсюда выехать, теперь мы оплачиваем. Люка, ты кому дал? Зря ты ему дал. Че, кто последний? Ты! Саня, сегодня нормально встали. Да? Че думаешь, что снять? Это же донор. Пиздец, прям разрыв. Старый бандер? А? Бандер старый? Светлый? Нет. Старый бандер. Даже это снимает, а? Да. Как наебать, как его, планету? А чем? А ё-моё, я не получил! Да, вообще. Планету наебать? Подожди, где? Ты представляешь, сколько он денег имеет, планета с нас, да? Чё, не хавает? Завуртился. Нет, зато есть плюс, что можно похавать будет, если что. Датчик какой он сам ставит? Датчика солнечной активности нет. Ты че? Наебал. Че? Сотку сожрал и все, прикинь. Так, наверное, еще сотку. Какую еще сотку, э? И карты нету. Принято, ноль. Сотку сожрал. Все, пошли! Сейчас поговоришь. Пошли. А что, у меня денежку сожрал, ни карту не вернул, ни чек не выдал? Давай, сколько денег? 100 рублей. Один раз отмена нажимали, реакция нет? Нет, вот еще нажимаю, бесполезно. Ну много раз не надо нажимать. Ну хорошо, я вам техник отправляю, и тут сюда. Хорошо.
О, жопа. Ты скажи, вот как так, а? Ну вот как? Как-то так. Техника говорит, отправляет. А я что, я должен полчаса ждать? Не, у нас что есть видео, что ты сотку туда запихал. Да? Да, вроде бы. Или нет? А ты снимал или нет? Нет, я начал снимать, когда кричал ты. В натуре сожрал деньги, короче, не даем вообще. Что за аппарат? Что за... Вообще, как так людей обманывают, а? Че, сказали, техник сейчас придет? Да. Ну все, ждем техника, че. А эти предатели бросили, короче, вообще, да, вот кинули, так. Но ушли. Че за люди? У него еще и АБСка работает, а жопа как ты? Че, смелый, что ли? Че, ничего не сказали? Че, дожидаться или нет? Ну, да? Техник придет, сказали, ждите. А это что-то вы говорите? Дачи, пусто, блядь. Где? Капуста, где? Говоришь? А для капуста? Чего он тебе? Капуста, смотри, капуста шевелится. А где пс? Это компрессор, тут нет. Тут обратно меня. Надо поставить. В Шушинском есть Civic с компрессором. Он, короче, как свинья визжит, когда разгоняется. Реально он едет. Это нормально. Да. Ладно, на экране увидимся. Давай. Да. Че, играет, да? Все там. Да? Остаешься жить, короче, тут. Жить в планете? Ну. Ну ты понял кто-то, да? Ну ты и как любить вообще вот эту жизнь? Ну а что это сделать? Он же ничего не может человек сделать. Да. Грабители! Да нахрен мне ваши затерянки! Пошли в следующий. Может, да. Вы с нами пройдете, если что? Мы снимать будем. Это стопудово, наверное, это сотку там он себе заберет. Да? Да, они тебе говорят. Да я тебе говорю. Да пускай подколымит пацан, чё? Ну, тоже верно. Ну, чё, мы тоже люди, ёпки. Да, да, ну, бывает, техника ломается. Бывает. Ну, да. Вот даже вот такая хрень ломается, сыпется. Вот такая. Ну, техника, ёпки. Электроника, техника, чё кого там, чё кого. Сейчас смотри, тоже сломается. Не, ну мы сейчас давай все это запечатлим, так сказать, да? Смотри, смотри, вот сейчас паразиты. Вот, блядь, вот, сотка, пикаю. Жрёт, нагло сжирает. Ну-ка. Ух ты, бляха, красавчик. Это моя? Нет, а? Моя. А тебе она зачем? А я не знаю. Выкинь ты. Выезд, да, 21-23. Ну все. Все. Поехали. Короче. Вот, ну как-то сейчас? Так, короче. Подожди. Пройдем с тобой. Ну вот так примерно проходит встреча Drive 2. Это воскресенье. Только все разъехались. Да, только уже все разъехались. Я поздно приехал, тут 7 часов. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро у нас выйдет гаражная кухня на этой неделе. Будет там лепешки делать, пацан. Вот. Кто? Ну там есть свои люди. Так что всем пока.